Начнем с того, что я наконец собрал нормальный, прям минималистичный сетап для влоговой камеры. Вот так вот он выглядит, все как бы прям предельно просто. И нормальный микрофончик удалось закрепить на специальную железку, которая там с горячим или как там холодным башмаком, короче, называется. Но самое главное, сегодня я наконец получил флешку на 128 гигов, которая вполне себе может писать 4К, поэтому переключаюсь с 1080 на 4К. Единственная проблема, которая с этой камерой может возникать в 4К, это перегрев. Но сегодня не об этом. 12 лет назад я сломал одну пимпочку, которую мне получилось найти ни у официального дилера, ни вообще в интернете. Что-то как-то просто я искал, не находилось. И тут случайно, совершенно, на одном известном китайском маркете я купил, а точнее, я увидел те самые заветные штучки, которые сегодня приехали, и сейчас я их попробую поставить на место, где они должны быть. Да, я реально во время европейского тура сломал переключатель на своем Эклипсе. Я думаю, в принципе, владельцы лесполов меня поймут, и многие, кто с этим сталкивался. Вот, это уже не заводская. Мне ее напечатал знакомый на 3D принтере в те бородатые годы. Сейчас надо ее как-то открутить. А приехали мне вот такие вот маленькие. И они, судя по всему, не пластмассовые, а не металлические. Что, кстати, да. Они реально металлические. Вот они, собственно, вот такие вот. Эклипсы у меня уже непонятного бронзового цвета, хотя был золотой изначально. Поэтому я думаю, что имеет смысл накрутить типа золотой. Да, как родная прям. Так что теперь теребонька на месте. Это мне просто кажется болезненная очень тема для леспольщиков, потому что вот эта штука, она, грубо говоря, там железочка, маленькая пластмассовая вот эта вот штучечка, и ты ее пальцем, когда переключаешь постоянно, особенно когда используешь ее а-ля как киллсвич, либо мьют гитары, она просто ломается в какой-то момент, и все, потому что они все пластиковые. А это металлическая, я думаю, ее сломать будет весьма проблематично. Скорее, быстрее переключатель, мне кажется, сам сломается. А стоит одна такая 90 рублей... И от нее там, грубо говоря, доставка, я не вижу, доставка, по-моему, бесплатная вообще была. То есть, ну, как бы, постараюсь вернуться, ну, не то чтобы в прежний, но во влоговый режим. Так что ожидайте новых видосов. И не забывайте поставить колокольчик и подписаться на канал.